Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть игру Амнезия, машина для свиней, про свиней. Игра про свиней для свиней, нет, не для свиней, неправильно, но про машину, про свинскую машину, в общем. Где-то все глубже и глубже опускается наш герой в дебрях завода мясозаготовительного какого-то. Вот, и типа он ищет своих детей. И по пути творится просто всякое. 15 марта того же года, 1899-го. Скручен на койке, больной в поту, комнату убирают. Но я слышу лишь голос благороднейшего из камней. Он взывает ко мне, и я грежу о великой машине. Из развалин старого мира мы выстроим новым. Садим цветы, бла-бла-бла. Затем мы попали в Лондон, поставил его на камин. Кого? Камень. На камине. Был круглый? Не помню. Пошел в дом, собрал слуг и стал менять их формы. Формы слуг стал менять. Ого. Потом вышел в сад и закопал маленький расколотый черепа под плачущими рододендронами. Какой ужас! Зачем это все писать? Это какой-то кошмар. Прям не знаю. История опускается на днище. Ну, как и мы. Стой, посторонним вход запрещен. Администрация. А? Тупичок? Тупичо? Тупичок. Окей. Тупичок. Сколько ж тут труп-то? Реально какой-то стимпанк. Так, это голос повторяет то, что я прочитал там в записочке. Тут у них даже установлены зачем-то громкоговорители. Именно здесь. Наверное, решили, что в этом уровне не будет телефона, а будет патефона. Действительно длинный спуск. Впереди виднеется днище. Мы скоро к нему подойдем. Ради своих детей, Мэндес, сохрани для них тот мир, что ты создал. Конечно. Вот нам сюда. Так, тут как-то так нажать хитро надо. У меня коврика не хватает, чтобы мышку так провернуть, чтобы до конца дожать. Сейчас начнется музыка. И YouTube будет на нее ругаться. Вот на это она 100% будет ругаться. Поэтому буду громче говорить, чтобы перекрывать эту музыку. Тем временем мы опускаемся в чудо-лифте и видим непонятнейшую машину, наверное, это она и есть. Я бы сказал, что это на стимпанк похоже больше, чем на что-либо другое. Куча пара, трубы, непонятные машины, которые делают непонятно что. Вот. И музыка звучала только тот фрагмент, пока опускался лифт. О боже правый, что же это за место? Думает наш герой. А ведь ты его создал. Ну, может, нам сюда? Пульт управления подачей топлива. Окей. Что тут у нас? Непонятно что. Какие-то штыри. Трубы. Вот мы где это. Мы разве тут еще не были? Да е. Да... Ты ж там лежи. Да, мы были вот там, а тут мы еще не были. Ага. Яблочко. А. Включим эту гадость. Посмотрим картинки. Это что такое? Так, тут что надо включить? Первый. Третий. Не включается третий. Шестой. Восьмой. И восьмой не включается. Третий. Что-то и восьмой. Нет, третий уже. Не, не включается. Что-то не то. В общем, надо где-то что-то исправить. Уж не тут ли это все? Так, лестница. Мы тут были? Не знаю. Ой, это перебор.
Такой звук, как будто радиоактивная жидкость в Half-Life. Ага. Вот что. Это третий, наверное. А восьмой? Так там все открыто у восьмого? В чем проблема тогда? Может, потому что третий нерабочий? Ну, может и так. Опасно вещество X, огнеопасно, едкое вещество токсично. Токсично все-таки. Ну все, вроде все 9 открыто. Какое-то странное у них тут. Это что, какие-то топливные элементы погружаются в жидкость, чтобы что? Чтобы потому что непонятно почему. Ну ладно, я понял, что, скажем, это какие-нибудь графитовые стержни, графитные, которые там, скажем, ядерное топливо в реактор погружается, чтобы регулировать процесс протекания ядерной реакции. Но тут же не ядерное топливо, это просто какая-то, ну, токсическая, ну, кислота, скажем. Ладно. Ну, третий сработал. А восьмой? А вот нет. Теперь-то что мешает восьмому-то жить-то? Еще где-то что-то. Что-то еще. Что еще? А, нет. Пока третий не опустился, до конца восьмой не опускался. Во как! А что? Что-то дзынькнуло. Что-что-что-что? Система выключена. Необходимо произвести перезагрузку вручную. Система выключена. Необходимо произвести перезагрузку вручную. Пошли искать, что тут за ручная перезагрузка. Так, тут мы были. Где-то тут мы приехали, вот здесь. Ага. Что-то тут какие-то голоса. Стрёмно. Быстрее, быстрее, воздух кончается. Их лица синеют, Мазус. Они задыхаются, не задыхаются. Порассказывай. Мы тебе не верим. Но пульт управления, очевидно, да? Ну да, либо так можно к нему зайти. Хорошо, пульт управления. И... Что мы тут включим? Вариантов-то немного, вот один. Папа-папочка, что папа-папочка? Включилось. А, этот не включается? Мандус, немедленно освободи их! Освободи их! Что? Что они имели в виду? Нам сюда нет? Нет. Что еще надо? Что вот это, почему? А вот он! Почему он ждал, пока все огни зажгутся, и тогда только стал зеленый? Ну хорошо. И тут-то началось. А двери-то и закрылись. А я не просил. Типа взорвалось, что? Я жив, я снова дышу, я восстаю, чтобы осветить небосвод и успокоить воды. Буду крутить колесо мира и направлю будущее на путь искупления. Где мои дети? Вы обещали отдать моих детей. Мое время пришло. Больше свиней, больше свиней. Ой, больше свиней. Больше свиней. То кто это стоит? А, это детишки его стоят. Мальчики, мальчики, мне так жаль, так жаль. Ай-яй-яй, что ему жаль? Ой, боже, какие мальчики. Какой-то Гитлер-Юнгер. Ой, да ладно. Это типа страшно. Непонятно, что это вот. Что это не страшно, понятно, но что это в целом означает, непонятно. Все, убирайте черноту. Это так игра, это не я. Следующий уровень будет Мандус Диверсант. Диверсант. Диверсия будет какая-то. Да вы что? Ну, мы поняли. Может, мы быстренько пробежим этот уровень или уже? Пепе. Ну, чё? Почему он в лифте?
И поднимаясь, я повернул лицо к палящему солнцу и проклял этот мир боли и отчаяния. Цивилизация построена на хрупких костях менее удачливых, на жадности и служении Мамону и Империи. Машинный зал. О! Неся окаменевшее яйцо в кармане пиджака, я поцеловал своих детей на прощание и побрел домой. И чё? Что это все означает? Вот как он сюда выбрался? До лифта там было еще целая куча всего. Опять его плющит. Сейчас вот пройдет это все, вот это кошмарное замедление. И не проходит ведь. Как бы намекает, все, харе, стоп. Вот дверца, наверное, сюда. Блин, ну какой-то ужас. Опять шлюз, да ладно. В общем, нам к этому шлюзу. И начинается мелодия, которая сейчас все испортит. О боже, дети идут. Опять его куда-то несет. Не несет. Что? Куда? Что это? Почему тут? Кто такие? Маски? Кто их кидает? Кто кидал маски? Что это такое? 29 декабря 1899. Может ли человек пересоздать себя заново? Может ли человек, осознав, кто он и кем стал, разорвать себя на части и начать заново? Так, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если нет, тогда уж лучше умереть среди своих же созданий, чем жить чудовищем. Чудовищем! Ладно, попробуем вылезти. Может, на этом уровень закончится? Нет? Но это он только начинается. Регулировка давления. Вот, дошли мы куда. И вот отсюда мы начнем в следующем эпизоде. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Странный хоррор какой-то. Ну ладно. Знаете, чего тут хоррорнического? А вот что.